Петро, праворуч бомбою, так їх! Другу край покупать! Леніну, щоб не забував нашу Україну. Чуйте, розбойники! Не забудемо, тату! Житиме радянська власть, поки світ стоїть! Гетьману все одно смерть! Німці! Німці йдуть! Спасайте, тату! Поїхали до Щорса. Зачем? А в гості, мабуть. Привіт вам передавали. Казали, що скоро й повернуться. Ти що, смієшся? А їйбо сміюсь. Пусти. Щоб оце ви з німцями володіли Україною? Та ні за що в світі. Замовчать, бандитські батька. Прижити, орли мої сини. Орли! Ложись. Лягти можу.
Погоди! Документи? Документи в нас, товаришу, разні. Діс петлюровські, гетьманські, німецькі. У мене німецькі. Показуй. Читай. Проходи. Хто йде? Обдарський, до чорта не речею! Проходьте, галушники. А ти який? Оманський. Оманський дурий. А лужки ніби заїдання. Здравствуй. Доброго здоров'я. Здорово, товариші! Доброго здоров'я, товариш! Яким вітром принесло? Вітром з України. Вітром та димом. Біти? Біти і смажені. Ось, подивись. Так. Так, говорите, здорово намяли вам немцы и гадамак в потилице. Да здорово, что и говорить. Втекаю так, что и небу жарко стало. А вы не смейтесь. А вы не плачьте. Не плакать? Глянь тебя! Спрячь. Тут все такие. Тут нет простых людей. У каждого размалевана спина, следы веревки на шее, повешенный батька или спалена хата. На белый террор ответим красным террором! Какой дальше? Скоро! Здорово! Здорово! Сегодня рядить! Сегодня вы отдыхаете, а завтра пойдете маршировать по всем правилам военной дисциплины. По приказанию полстанкова явился в ваше распоряжение. С партизанским отрядом 177 человек. Ой, хорошо, да ведь это же целый полк. Можно посмотреть? А ну, покажите. Здорово, товарищи! Здорово! Я Щерц, командир полка. Что скажете? Ти дивись, командуй як слід. Постараюсь. Щоб порядок був, чуєш? Чую. А коли хто не так, підніготь. Обязательно, дедушка, обязательно. Режиму захотів, старий чорт. Без режиму не проживеш, дурак! Здорово! Я вас спрашиваю, революція була? Була. А що получається? Маршировка? Кондёр? А почему? Спроси социалистов-революционеров, узнаешь почему. Старый режим заводят. Вот почему. Кто такой Щерц? Царский полковник. Полковник. Сегодня прихожу в околодок к сестре, а он тут. Сразу мне градусник и давай меня симулировать. У тебя, говорит, кровь нормально пульсирует. Что, говорю, кровь, говорю. Кровь, говорю, у меня здоровая. А болен я животом до дыхания. Выгнал, братец. Я в пулеметный рот. К нашему командиру недалеко. Так и так говорю. А вот мне, братцы, тихо говорит Роговенко, радио извещает, что вчера из Петрограда большевиков свергли. Вот тебе крест, жалобы не прибавляй. И выборное начало. А кто его выбирал? Правда, что за нее немцы 100 000 дают. Господа офицеры! Офицеры императора нет. Наша империя пала под напором революционных сил. Вот пока все. Катастрофу надо скрыть от нижних чинов. Помните? Никогда еще судьба нашего Отечества не зависела так от Украины, как сейчас. Отечество должно кушать, господа офицеры.
Украину надо удержать любой ценой. Спокойствие, господа офицеры! Я призываю вас в эту страшную годину, самой жестокой, железной. Экселленс, мы делегат. С момента появления на этом пороге вы арестанты и будете расстреляны через 5 минут. Теперь говорите, что вы имели сказать. Мы? Кто мы? Веренные вам революционные полки Германии узнали... От кого? От украинских большевиков. О революции в Германии. Ну? Извольте, экселленс, немедленно отправить армию на родину. Армия рабочих и крестьян Германии воевать с большевиками Украины не будет. Это что? Бунт? Нет, это не бунт. На ком держался гетман? На штыках кайзера? Теперь кайзера нет. Помните, экселленс, что мы погибнем здесь все. Это не ваше дело. Нет, это наше дело. Довольно, мертвецы. Вы изменили самому высокому, что только есть на свете. Алтарю Отечества. Алтаря Отечества у нас нет. Алтарь Отечества завален нашими трупами и залит нашей кровью. Замолчать! Взять их! Советская Украина поднимает освободительную отечественную войну. Так, Михайлюк, и передай немцам. Передай еще, что Россия и Ленин с нами, что гетману все равно смерть. Есть смерть. Так, значит, наступаем. Михайлюк, ты куда идешь? К немцам на переговоры, в Европу идешь. Застегнись ты, пожалуйста. Помни, когда будешь договариваться с немцами, обходи офицеров. Прорывайся к солдатским массам, где только можешь. И крой. Есть. Только, пожалуйста, без матюков. Помни, что ты дипломат. Понял? Понял. Петров, следить за матюками. Есть, следить за матюками. Ну? Командир Волгунского полка, товарищ Чёрс. Инспектор штаба армии Вурм. Как? Вурм, Бертольд Вурм. Так, чаю хотите? Только без сахара. Вот мои командиры. Благодарю вас. На каком основании вы не выполнили приказа наркомвоена? Я вас под суд отдам. Никакого приказа наркомвоена я не получал. Как не получали? Вы должны были получить его неделю тому назад. Приказ наркомвоена? Не получал. Ах, вот как. Понятно. Впрочем, в штабе это предвидели. Да? Да. Вот копия приказа. Разрешите огласить? Прошу. Командиру Багунского полка немедленно погрузиться и направиться на Колчаковский фронт. Пункт назначения — город Самара. Подписи. Интересно. Очень интересно. Кто же в штабе подобный приказ сочиняет? Что? Насколько я знаю, решение партии по этому вопросу совсем иное. Я должен подумать. Пожалуйста, у вас на Украине очень много думают. Да-да, это очень важно. Очень важно. А скажите, товарищ, как же будет с Украиной? Нехай горит? Да, значит, горит. Вы не знаете, что делается? Народ восстает против гетмана Петлюры. Немцы уходят! Неужели дадим дальше грабить страну? На Колчака! Да ты знаешь, что до Самары половина полка разбежится. Украину освобождать надо. Почему Украину? А Сибирь это что? Знаем, знаем. А Сибирь войска поближе найдут. Это не ваше дело. Это ваше дело. Почему? Почему? Потому что для революции Украина, так сказать, важнее. Неверно. Неверно. Сибирь так же важна для революции,
как и Украина. Для революции Украина важнее. Ох, и балдаш ты, а еще политком. А наступать будем на Украину. Почему? Потому что верим в народ и победу. А впрочем, спрошу сегодня Ленина. Ах, как? Да. Запомните. Пожалуйста. Прикрутите. Кого я вижу? Батько! Хлопцы, батько Баженко, командир Таращанского полка. Кто не знаком? Знакомьтесь. А ну, выйдет с хаты. Выйдет с хаты, кажу вам. Що то народ, дядь Богу! Куди не повернись, роя вилітають! Микола, ти нічого не чув? Ні. Так таки нічого. Ні. А що? А спитай мене, Миколо, чого би це я до тебе приїхав? Не знаю, батько. Не знаєш? Ні. Мальчишки, більше нічого. Солдатики грають. Революція в Германії! Ось чого! Не може бути! То чого ж не можуть? Робочі скільки погубили, то не можуть. Тоже, командир. Василій Назарович! Ех, ти ж ледаще! Та ти все знаєш, падлюка! Чого ж ти мене морочиш? Одним словом, батько, чарочку придеться забити. Чарочку? При чому тут чарочка? Я тебе про германську революцію спрашиваю. Вот я про это и говорю. Кончено. Понял? Коля, что ты? Что ты? Боже, Коля. Верю. Сейчас поезжай к бойцам и жди распоряжения правительства. В полной боевой готовности. Давно готовы. Там же держать не можно. Ну, бывай. Бывай. Ох, і розумний же ти, хлопець Микола. Тобто не то, що рюмочки. Капельки ніхто не побачить. Шкури здиратиму! Бувай, бувай. Що це на раді? Куди не повернися? Якщо я на своєму бойовому пути обіжу бідного, ограблю, клянусь своей честью и жизнью. Клянусь своей честью и жизнью. Клянусь жизнью. Товарищ командир, ваши документы. Как вы сюда попали? Я же вас арестовал. Нас выпустили, господин полковник. Вы арестованы. Да, вы арестованы. Пойдите, сядьте обратно в тюрьму. Ну-ну-ну-ну-ну! Это залей! Ладно. Вот документы. Вон, сволочи! Вон, говорю, сволочи! А бомба без капсуля. Это все пулеметная рота. Там у них умники собрали. Вот и гетманские шпионы обработали. Это вам наука, я предупреждал. Прости, Николай, уже почистили. 30 человек выгнали из полка и 10 отдали трибуналу. Да, но это еще не все. Нужно очистить весь полк от неустойчивых и трусов. Вот, написал присягу. Я сын трудового народа, добровольно вступаю в ряды первого украинского повстанческого имени казака-бугуна полка. Не щадя своей жизни, я обязуюсь бороться против гетмана. Петлюри! Петлюри! Немецких оккупантов! Немецких оккупантов! За освобождение Украины! Украины! От гнета капитализма! Капитализма! Клянусь своей честью!
честью и жизнью! Жизнью! Оберегать достоинство Багунского полка! Если я на своем боевом пути обижу бедного! Бедного! Ухожу! Ухожу! Ограблю! Ограблю! Если я нарушу распоряжение, я окажусь трусом! Тянется и дезертиром! Тянется и дезертиром! Я подлежу расстрелу, как изменник! Предатель! И враг! И враг! Что мы подписываем? Здорово, дипломаты! Здорово! Здорово, наркомендел! Здорово! Как поживает революционное немецкое офицерство? Как? Забаррикадировались, понимаешь, что кину семей меньшевистским солдатам и никаких. Как солдаты? Говорить можно, но трудно добраться до солдатской массы. Понимаешь? Только штыком, только штыком. О, ну и дурак. Ты очень мало видел, потому так решил. Да я пробовал брататься, понимаешь? Не дают фору. Ладно, я с ними сам побратаюсь. А это кто? Из нашей ячейки спартаковец. Вот кто. Товарищ Шанс, мы, наши солдаты, я... Говорите туда! Товарищи! 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 Геносен! Геносен! Немцы считались культурной нацией свиту. Тот он свет, фейер, дикость и варварство. И смерть они сюда привезли, в вашу страну, на своих штыках. Товарищи, как мне говорить с вами, как мне смотреть в ваше лицо, товарищи? Понятно. Командир, ко мне. Говорищенко. Есть. На деревню Выщичи. Приготовить население к братанию с немцами. Быстро. Есть. Иванов. Есть. Немца понял? Понял. Все? Все. Двинуть полки с населением прямо на немецкие окопы. Есть. Ни единого выстрела. Есть. Армия, народ, лозунги, музыка. Есть. Двигай. Здесь нужно. С такой просьбой вы сюда пришли. Кто мы такие, вы знаете. А пришли мы поздравить ваших солдат с революцией в Германии. Приказ о революции в Германии я не получал? Это причем вам так говорить со мной? Мне с вами говорить не о чем. Кто вас просил сюда? Какие прохвосты? Прочь с дороги! Товарищи солдаты! Спасибо!
драгунцы! Поздравляю со вступлением на родную украинскую землю! Ура! Поздравляю с началом побед! Немцы уходят в Германию без оружия! Оружие не дадим! Тише, тише, ребята! Дадим им, товарищи, сало на дорогу! Хлопцы, мы на родине! На родине! Пусть не думают наши враги, что мы одни! Мы только передовой отряд! Да здравствует гражданская война! Да здравствует народный гнев! Бесстрашие победа! Да здравствует Ленин! Ура! Поздравляю, товарищи немцев, с революцией в Германии! Россию! Що ж робити, пане полковник? Замовчіть ви, український свиня. Так, так. Ну що ж робити, заган зими вбите? Що? Замовчіть ви, кукла. Якщо я утром розоб'ю этого чорса, то уж во всяком случае не для спасіння вашого пупенгетмана. Кстати, он уже удрал в Берлин. Ради Бога, що ж робити, пане полковник? Що ж робити? Вы не умеете делать власть. Мне нужно ехать в Германию с оружием. Я немецкий офицер, ради черт бог, возьми. Ради бога, ради бога, ради бога. Morgen, Herr Polkovnik. Wie geht es Ihnen? Danke. Sagen Sie mir bitte, вы смерти боитесь? Нет. А вы бойтесь? Не пугайте. Вы не имеете права ко мне прикасаться. Я не гетман. Я германский офицер. В эшелоне у германского офицера были куры, гуси, свиньи, телята. Сахар. Сахар. Вы вор и грабитель. Мы вас будем судить. Вот народ. Извините, меня может судить только немецкий народ. Хорошо. Позвать сюда немецкий народ. Все, что есть живого. Есть. Так. Вы будете иметь народный суд присяжных заседателей. Битте, пожалуйста. Товарищ командир. Да. Немецкий народ прыг. Есть. Так точно. Давай. Есть. Подсудимый встать. Товарищи судьи,
Подсудимый привел вас в нашу страну. Вор и убийца! Превратил и вас в воров и убийц. Паршензи? Много еще можно сказать об этом. Но мы спешим, нам некогда. Прошу каждого из вас ответить за себя и за весь ваш полк погибших товарищей. Что с ним делать? Смерть! Thank you.
Наше весілля. Прийдемо обов'язково! Огонь! Я бачу, що Петлюрі конець. Куди? Поздравляю, молодих. Однако дозвольте спитати. А за яку таку власть ви п'єте тут на цьому весіллі? Отвечай, молодий. Ми люди центральні. Нас казав той, хто завоює, того й будемо. Так, понімаю. А може ви куркулі? Та які ж ми куркулі? Коли у нас німці... Та гайдама, і в селах палили. А може, хлопці, чи не є це якась нахальна свальба? А може ти силою взяв цю бідну красиву дівчину? Може ти її не любиш зовсім, а? За що воюєм, я тебе питаю? За що кров проливаємо? За любов, за вважання, товариші! Порвалось связь в ременках, сказав поет. Живіться нужно по любві, а не крутить дівчат по помсі приводів. Товариші, повірте мені, то на жизнь будет прекрасно, ти ж жити був правда. Ой, правда, синок, правда. Вийшла я заміж за свого сукиного сина, запустила все своє життя. Вийшла, хлопця, і мозок мій висох у роботі та в темряві. І все думала, як же його краще на світі жити, а? О, як він говорить. П'ятий, хлопці, розстріляйте його. Невдобно. Так, о, хоч будилик, хоч один раз. І щоб я бачила! Доброго здоров'я! Пусти! 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 Марко! Марко! Не пусти! Мамо, пусти! Марко! Марко! Насте! Візьми мене з собою. Маску. Я полюбила тебе зразу, як тільки побачила коло оруді. Я буду битися разом з тобою до самої смерті. Як тебе зовуть? Петро. Петро. От. Це нахальство! Геть нейтральний! На жінку я тобі! Ти ніякий, не холодний, не гарячий! І що би хоч до Петлюри, стерво! Товариш Насті. Бери, хлопче, бери. Хороша дівчина. Узнаю кров. Беріть і нас, дядьку. А ви хто? Бояри. Бояри? Хорошо. Но помните драться до победы. Жалон не платим. А за грабеж и водку расстрел. Да вы нам тыльки скажите, батько, что... Какой я тебе батько? Что за батько? Командир полка, товарищ черт. Поморьте их, сукиных синит. Эч, повыедалися, о. Оце мой круглопитый змей стоит. Так ти не бійся, вийдьо!
дала прямо по морде моей рукой. Вы, товарищ командир, скажите нам ясно. И мы для вас зробимо все. Тільки матері не слухали. Не для меня, а для революции. Стоять вольно. Помните, ребята, фронт большой. И каждый день неожиданностей. Каждый городишко, который мы будем брать, готов обратиться в осажденную крепость. Каждый дом в засаду. Ай-яй-яй. Каждый чердак в пулеметное гнездо. Понятно? Понятно. Но все равно мы Петлюру и Панов уничтожим. Мы этого хотим. Землю у Панов отберем для крестьян. Истинно правда. Сами хозяевами будем. Понятно? Понятно. И мы это сделаем. Это я вам говорю. А мне сказал Ленин. Понятно? Понятно. Но если вы обидите бедного, ограбите, будете пьяницами и трусами. По морде! Я уничтожу вас, как предателя. О, чуешь ты, змей кудлатый? Изменников и негодяев. Ясно? Ясно. Ну все. Прощайтесь хорошо с батьками. Ай. Нам некуда, мы спешим. Ой, Боже! Батька Баженко гонит Петлюру на Киев с Бахмача! Мы с Чернигова! Нельзя допустить, чтоб петлюровцы и гетманцы спились в Киеве в один кулак! Поэтому нам необходимо их догнать, обойти и разбить по частям! Понятно? По коням и на семиполке! Свадебных рушников не снимать, невеста едет с нами, так что спеваем. Давай! Засыпали потачей на Чертиполке, помогать заплакала Марусенька свои дядьки оки. Заплакала Марусенька свои дядьки оки. Где же радость? Где же радость победы? Я вас спрашиваю! Я! Головной автомат! Я! Панове директория, надо что-то делать! Вы посмотрите вокруг! Работай! Не без шапок! Чепуху вы идете, профессор! Чепуху! Нам нужно... Конкретнее, конкретнее! Вот! Нужно, чтобы нас признала Америка! Понимаете? Тут приехала два американских офицера. Так вот, нужно как можно скорее выдать им из сейфа $20 миллионов. Тогда они нас признают. Не подважишь, не поедешь, как говорят, к кооперации. А может, они жулики? Кто жулики? Как вы смеете оскорблять американскую нацию? Довольно. Здесь не кооперация. Здесь директория, правительство Украины. Да, ну понимаете. Довольно. Я говорю. Я. Надо собрать учредительное собрание. Надо декларировать нашу программу. Довольно путаницы. Надо, чтобы фабрикант знал, что фабрика остается ему. Помещик тоже. Завидочный крестьянин тоже. О! Ну и пропадем. Держаться мы можем только на армии, а не на фабрикантах. Услышав такую декларацию, армия уйдет большевикам. Так что же, вы хотите? Я хочу того же, что и вы, пан Петлюра. Но все это надо делать постепенно. И потом не надо употреблять слово «учредительное собрание». Лучше трудовой конгресс. Трудовой. Труд. Понимаете, чтобы в самом слове было что-то трудовое? Поймите, под Киевом большевики и черт! Что вы меня сорсом пугаете? Завтра в Семиполках от него мокрого места не останет! Паны, отаманы, черт! Молчите! Молчите! Военнопленные, встать! Военнопленные, смирно! Командир Полонского полка, товарищ Шорс!
Казаки. Много? 2200 рядовых 100 офицеров. Так. Откуда? Кто такие будете? Кто я вас спрашиваю? А ну, поди сюда. Ты. Ты кто такой? Князь, граф, дворянин, помещик, купец? Я мужик, селянин. Так, а я рабочий, а не царский генерал, как говорит ваш барбос Петлюра. И бойцы мои тоже, рабочие, крестьяне, командиры. А кто твой командир? Та він спанів, а там. Так, значит, по нам, атаманам, самостийно Украину добываешь. А батька твой немцам и Петлюре последнюю сорочку отдает. Так что ли? Казаки! Какое прекрасное слово, казаки! Украинские казаки, что веками боролись за свободу украинского народа, что пролили моря крови в борьбе с польскими панами. Казаки. Вот казаки. Вот верные сыны народа. Украинцы, русские, большевики. А вы, как сказал наш великий Шевченко, славных прадедов великих, правнуки поганые. Чем вы думаете? Против кого бьетесь? Против своих братьев? Батьків, селян! За кого б'єтесь? За панів, за товаров? Ось вам і ось! За поміщиків? За рабство? За польсько-німецьке рабство? От за що ви б'єтесь? Але ми вагунці, большевики, сини українського народу, України, до польсько-німецького ярма не допустим! Мы уничтожим панство, как уничтожал славный казак Багун. На то и зовемся багунцами. А вас, что вы думаете, расстреляем? Нет. Мы вас прощаем. Идите себе. Да куда же ты? А куда хотите? Примите, офицер. Не нужно. Возвращайтесь, кто хочет, до Петлюры. И если есть у вас хоть капля стыда перед Украиной, расскажите там, кто мы такие и за что бьемся. Идите. Господа полковники, вперед. Восемь полковников. Хлопцы, это ж можно мир покорить. Пожалуйста. Мерси. Плохо воевали. Очень плохо. Никуда не годится. А почему? Кто скажет? Почему полк рабочих крестьян, руководимый прапорщиком, разбил некую крупную военную единицу, возглавляемую сотней офицеров с высшим военным образованием? Почему? Ваш удар был слишком неожиданным. Это было блестяще. Нет, не потому. Не обманывайте. Смерти боитесь. Вот почему. А боитесь смерти, потому что... Абсолютно верно. Армия никуда не годится. А почему? Почему? Дайте рядового. Здравствуйте. Здоров. Скажи им, почему ты против нас плохо воевал? Та бачте, кажуть, що більшовики землю даватимуть. А Петлюра чуть цього знає, не то даватиме, не то ні, мабуть, що не даватиме, обдурює сукин син. Так. Возражение? Вопросы? Нет. Трибунал. Есть.
маршрут. Жалование бойца. Собери-ка буржуазию, да поговори с ней насчет обмундирования, жалования. Только, батько, Боже тебя спасибо. Боже, бароны Микола, что ты нежно и политично. Вот тут же буржуазии, боже ж мой, як черви з усієї України, ну, не чисто сила. Ісак, проследи за батьком. Боюсь, как бы не разнежился, старина. Граждане, всего числа наши красные войска освободили столицу Украины, Киев, от предателей народа, так сказать, петлюровских белобандитов. Собрали бы вас, представителей, так сказать, всемущих классов для обсуждения, так сказать, некоторых текущих моментов, так сказать, вопросов. Слово для предложения имеет командир Таращанского полка, товарищ, так сказать, Баженко. Граждане, буржуазия, субъекты, великодушно извините, что вынуждены были дать бой под городом. Иначе чем же вас под лицом проймет? Коля Щорс, наш дорогой командир, вели мне испытать и вас,
чи не знаєте ви, що це таке? Не знаю. Ай-яй-яй. Это, граждане, пулемет. А кто его выдумал? Вы? А кто этим пулеметом уничтожил 10 миллионов трудящих? Да я вас спрашиваю, раз только ваш мать! Василий Назарович, нежней, нежней. Так вот, в осуждении этого пулемета я и говорю, нельзя ли, граждане, одолжить у вас грошима? 50-60 миллионов, фуражом, продуктами. Не жалейте, граждане капиталисты, все равно вам денег. Нежней, нежней, мягче. Да идите к чертовой матери, нежней, нежней! Что это, биотист? Деньги! Белую армию, небось, содержали. Остальное вам скажет мой политический комиссар. Нежней, нежней. Я ему шепчу. Василий Назарович, нежней, нежней. А батько... Не жалейте, граждане капиталисты, все равно вам конец. Чего заржали, мальчишка? Батько, что робити с буржуазией, что в театрах? Гроші вже зібрали, зараз буржуазія води хоче. Так що ж робить, батько? Пустить. Слухаю. Стой. Куди пустить? Расход, тварь, знаєте. Расход? Не имеете права. Надо допросить каждую личность индивидуально. Микола. А може, хай би їх Господь на тому світі індивідуально допрашував? Ні, батько, Бог Богом. Анархії на совєтській землі допустити нельзя. Анархії? Якої анархії? А хто на митингах говорив? Товариші, уничтожим буржуазії, офіцерів, предателей. Ти? А тепер он як? Кудись ти я попав? Попав ти, батько, в хорошу компанію. Тільки думати треба. Треба думати, треба і слухати, що хлопці говорять. Буржуяни тронь. Офіцера не смій, не наче вони ангели чи діти, ні бомбу, ні чим. Полковників штаби приймають, пропав робочий клас, от що кажуть. Треба слухати не тільки те, що хлопці кажуть, а що партія каже. Партія? А хто тобі велів офіцерів набирати? Ленін. Ленін? Ну. От тобі й ну. Не всі ж офіцери предателі. Одно діло нельзя їм отдати командування, но нельзя ж і наоборот доходити до абсурда. Учиться, батько, у них нужно учиться побеждать. Так як же я буду у них учиться побеждать, коли я їх сам побеждаю? Карту. Ну, об этом в другой раз. А сейчас отправляйся с бригады на Винницу. Побеждать Петлюру. А ну покажи, где Винница. Я в Виннице без карты был 10 раз. А по карте хай тобі офіцери показують. Тарас Бульба. Помовчи ти, гусак недорізаний. Тобі не бригадою командувати, а банно-прачечним отрядом. Долой офіцерів, а сам даже Вінницю на карті не найдеш. Найду. Найди. Найду, як захочу. Савочко, покажи йому Вінницю, хай не чіпляється. Буду я собі очі портити. Треба буде, як прикажете, і так найду. Пердичем соберемо там ядро на матрас, два стукнуть і Вінниця. Вот. Николай Александрович, пусть сам покажет Винницу. Великолепно покажет все, что угодно. Знает он карту не хуже нас всех, если не лучше. Но у каждого своя манера карту читать. Вот у батька своя. Ему мало знаний карт.
Он всегда проверяет, насколько его командиры хорошо знают и чувствуют. Так-то, батько, правильно. Вот прогоним Петлюру за Бердичев и завернем для хлопцев свою школу красных командиров. Ну, а пока пользу офицеров. Будь бы на неладе, дай же меня одного. Так что ж пропить ты, батько? Ти чого, сукин син, мене страмиш перед робочим класом? Хто тебе учив по гетьманським покоям їздити верхи? Злізай. Батько, може вдома побив? Злізай, кажу тобі, Селюк. Уже. На, запий. Мурляка. А пам'ятаєте, батько, як я уніжені за цього коняча до 12 петлюрівців? Пам'ятаю. А в городі, пам'ятаєте тих охвицериків? Ох, шарахнули були. Ну я вже пам'ятаю городню. А про вараху то пам'ятаєте було? Годі, годі. Всіх споминатимеш, коньяку не хватить. Про варах. Итак, товарищ Федоров, вы мне составляете полную программу военной школы. Вот, честно говорю, товарищ Сергей, не поймут они программу. Ничего, ничего, поймут. Вот ваш комиссар, застегнись ты, пожалуйста. Так, все, жду вас послезавтра. Полковник Богдан Перич! Я вас вызывал 4 раза. Вы почему не явились? Я был болен. Чем? Сердечный припадок. Раздевайтесь. Разрешите принять смерть в одетом виде. Разденьтесь! Простите. Старые юнкерские училища что, принимали... Что? Я хотел сказать, что прежние юнкерские училища принимали, так сказать, со специально тренированными мозгами. Вот-вот. Значит, понимаете, как нам нужна школа красных командиров? Слушаю. И она будет. Мы с вами ее сделаем. Слушаю. Это моя мечта. Слушаю. Три шага вперед. Кругом. Дышите. Дышите глубже. Не дышите. Кругом.
Так, благодарю вас. Вы врете, негодяй. Припадка у вас не было. Вы здоровы, как бык. Кем вы были у гетмана? Корпусный интендант, подлец. Я интеллигентный человек и прошу. Я тоже интеллигент был. Оба учились в народные деньги. Я назначаю вас начальником снабжения бригады. Слышите? Комиссару. Марш! Ты знаешь, кто с тобой говорил? Сам Щорс. Хвершал медицины. Понимать надо, дурак. Ну, иди себе, дурачок. Ну, Микола, благослови на Вінницю. Микола, дай же мені кочмеринку взяти. Хлопці забіжають. Обіжаються. Ну, хорошо, бери. Смотри, вот Вінниця, вот Жмеренко, вот Литин. А що ти мені карту тичеш? Ти мені задання та, а не карту. Так от я ж і даю. Николай, Жмеренку взяти не так просто. Разреши мені разом з батьком. Та не треба, Микола, скажи цьому молокососу, хай він до мене не пристає. Ладно, бери сам. Кавалер. Ось запомни моє старе правило. Поменьше теряй людей. Слухай. Кому ты говоришь? Да-да-да-да-да. Осторожно вступай в бой. А если вступил, то веди себя так, чтобы врагу стало страшно. Ну, желаю счастья. А если погибнешь, не обижайся. Останется слава на весь мир. Ладно, там же побачим, что останется. Ой-да! Шмеринку, борт забрав, забрав комарівці. Хлоп, що ділаєш? Василь Назарович, да ти ж не батька настоящий красний генерал. Я знаю, ти пошутив, Микола. Но вже коли так, зови мене краще бригадіром. Да. Так от, товариш бригадір, отдай назад. Що? Отдай бара комарівці. Отступай? Да. Ти що, здурів? Перед ким? Більшовики не відступають! Почему? Хто сказав? Іноді можна відступити, якщо нужно. Так кому ж це нужно, дозвольте вас спитати? Нам нужно. Революції нужно. Пропала робота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, товарищи, Киев под угрозой. Атаман Коновалец и Оскилка наступают через Коростень на Бородянку. Посылаем туда... Иванова. Верно. Есть. Это правильно. 10-й полк не выдержал натиска Петлюры и отходит на Бердичев. Видно, Бердичева ему не удержать. Совершенно правильно. Срочно снимаем с бара Калинина. Удерживать Бердичевский узел. Я с двумя бронепоездами, бердичевскими коммунарами, буду удерживать станцию. Да. Батька Боженко... Василий Назарович, слушай, это для тебя. С 5-м и 6-м полками форсированным маршем двинется на... Ну? Ну? На Венгрию! На Шепетовку. Все. Выезжаем. Есть, выезжаем. Так-то, товарищ комбриг. Понимаю. Сегодня утром раскрыл свой чемоданчик. Костюм белый, летний. Смешно. Зачем я его вожу? Когда ж мы его наденем, батька? Где-нибудь в Крыму. Небо голубое, море голубое. В Крыму Деникин греется. Ничего, доберемся. Жары захотим.
Ось буде тобі жара в Бердичеві. Ой, буде, батька. Николай Александрович, да? Бронепоезд готов. Хорошо. Ну, прощай, старина. Смотреть на меня тихо.
Замри. Огонь! Роман, пиши. Дорогая жена, пишу тебе из Бердичева. Я сильно тоскую по тебе. И вот нашел случай написать. Словом, для спасения Киева все взоры были брошены на нас. Петлюра. Роман. Я, товарищ Назир. Написал Петлюра? Да написал ли все ты, мать? Да. Петлюра на броневиках. Подвез во много раз превосходящие нас силы. И согнул наше левое крыло. Наши полки дрогнули и обратились в бегство. Приехав, я сразу понял, чем это может кончиться. Останавливаю бегущих, веду в наступление. И очень скучаю по тебе. Роман. Я, товарищ Назир. Написал, скучаю. Написал, товарищ Назир. Точка. У него было 5 броневиков и 32 орудия разного калибра. Город переходил из рук в руки несколько раз. Есть убитые и раненые. Я, дорогая, не люблю писать. Но если пишу, то вообрази. Точка. Назвал это бердическим кошмаром. Бой продолжался 9 дней. Петлюра бросил против нас все. Но я был глубоко убежден в победе и победил его.
Ну, хорошо, примером, кажуть, Бога нема. Природа. Ну, а природу, її ж тоже хто сотворил. Да, да. Значит, воно щось таке от, є. От, товарищ Настя. Чорт. От иду в бой. Да? На 200 шагов б'ю під коровцем з нагана. Шалаю. Падай, падай, падай. Падает. Всегда. Не целись. Глаз правильный. Нет, не то. Вот у меня Николай тоже. Расстреливаю пулеметную ленту, последнюю. Кругом пекло. Вискак стучит. Бросаю бомбу. Одну, другую, третью. Эх! И вдруг пожелаю. Журавли, пролетайте в небесах. Дивлюсь, вверх! Летять! Дійжити Богу над самим бою. Товариш Назів, от у мене теж. Їду в розвідку. Ріка, луг, туман. Тихо. Пожелаю. Прокричи деркач. Кричить. Дер-дер. 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 Я на небо. Зоря, падай. Пада, пада. Згадаю Настю. Настя, приснись. Сниться. А мені сниться, що я літаю. О, льотчик обізвався. А раз приснилось, так будто би я лично весь мир освободил от ярма капитализма. И мне. Не. А меня, товарищ Летичев, пуля не берет. Наступаем на окопы. Иду, пули свистят, а что кончит? А я, товарищ Летичев, так хочу победить, так хочу. Говорю, пуля не трогай. И трогает, что кончит, а не трогает. Скажите, вот это есть? Что это, правда? Правда. Раз в 1000 лет пуля не должна брать человека. Это бессмертие. История заворожила нас, хлопцы. Вот я тоже часто думаю. Пройдут года, завершится революция. И заживут люди-братья на земле. Сколько же сказок о нас порасскажут. Сколько песен. Тихими вечерами, дозоренными ночами. Где-нибудь под Черниговым, на крашенных колодках, будут спевать интернациональные хлопцы с девчатами. Проспевают и умолкнут. Пролетят журавли из теплого края. Тогда все края будут теплые. Да. Нежно обнимет какая-нибудь караокая девчиночка своего чубатого гения и скажет: а теперь заспевай ему старинных народных песень про Великую революцию. И почнуть вони, хлопцы, співать про нас. Що саме? І воскреснем ми. І появимся ми із седини віков. І пройдем перед ними могучим строєм, повним торжественного ритму і красоти. Трезвые, храбрые, без матюков, без подхалимства і предательства. Пройдем за Лениным такими достойными і простыми товарищами, що если бы можно было себе все это представить, совсем-совсем ясно. Ох, многие бы заплакали ныне в тоске, что они так через жизнь пронесли свои раны и головы свои несли не совсем так. Да. То будут народные песни. Как же нужно дорожить жизнью, хлопцы! О, мой дорогой, какая великая была эпоха и какие сказочные люди! Вздохнет девчиночка и, мечтательно глядя вперед, увидит что-то вроде, скажем, чижа. Да. Скажи мне, сероглазый, какие вы были? Как будто бы спросит тихонько она. Чиж, что ты скажешь? Да что же говорить? А ты скажи, не выкручивайся. Ну и скажу. Скажу, что были всякие. Были пьянечки, и эти лодары, и разные недисциплинированные элементы. Были и прочие сукины сыны. Но большинство, скажу, было хорошее. Большинство, скажу, было такое, что не только в газетах вычитывало, кто оно сегодня и куда пойдет завтра, а в потухающих строчках противника, да в пулеметных строчках, да на лезвях сабель читало ленинские программы жизни и смерти в каждом городе и в каждом селе. Ух ты! Да-да, скажу. И все скажу во имя вас. И нередко, скажу, сыновья получали отцовскую пулю в морду и сами плевали в отцов с парабеллумов и наганов. И не считалось это, скажу, ни сыноубийством, извините за грубое выражение, ни как бы это вам сказать по-нашему, по-тогдашнему отцеубийством, а называлось просто «сын против батька, батько против сына, надо так надо, время такое».
Такое, скажу, было время, что революция вырывала с народных труда, как кашель, або как огонь с огнедышущих гор. Так что спевайте, скажу, про нас на здоровье, и извините, что были не дуже красивые. Темные были и бедные, и души сердиты, бо зла ж накопилось на нашу голову множество за сотню лет. Один Петлюра, сволочь, чего стоит, а тут еще разные эти галичаны, немцы, гетьман, разные мелкие банды, ухады! Товарищ Назим, ну что, ей-богу, я не скажу, я не оратор на такие разговоры. Товарищ Назим, что я у вас хотел спросить? Ну? Чи правда, что после войны вы хотите всю землю садом засадить? Правда. Чай догорі, Женьку, аж на край села. Дідеша, під царіці наші б'ють дед. Товариш командуючий і всьому червоному війську. Щоб же казав той, жила вона наша радянська Україна, доки світ стоїть. А вам, синок, нехай Господь щастить і благословить. Спасибо, батько, за ласку. Горілки не п'ю. І бойцам не дозволяю. Не п'єте! А як же воювати без горілки? Звиніть. І добре робити. А що тут петлюрівці її випили, прямо як гуси воду? Кажуть, без горілки воювати страшно. Нічого, ми їх і без горілки роздаваємо. Ми до вас, товариш Чорс, з делегацією. Прийміть до війська і нас. От Максим Сірко, вахмистрій гусарського і імперського величества, государині імператриці Олександри Федоровни полка.
Вахмистр конногвардейского его высочества светлейшего князя Михаила Александровича полка Платон Шерстюк. Шерстюк Микита, старший унтер-офицер Уланского ее императорского величества государыни Петрицы Марии Федоровны полка. Шерстюк Микита, вахмистр. Петро Шраменко, Георгий Горлиця, кирасиры, его императорского величества, государь император. Кавалерия, добре. Ну, а где же ваши кони? Кони нема, извиняйте, бедни. Ничего, в бою достанем. Дисциплинарного батальона и выйти с младшей каторзы Емельяна Наливайко. Желаю выйти с Петлюрою. Обидный, стара собака. Синочку мій, не бери чого. Він же в мене така п'яничка. Оце річка вам перепорить. Геть доноситься, бо дай тобі язик кусок. Товариш командуючий, это моя женщина, ви її не слухайте. Пасіка ж пропаде. Нехай батько з пасікою сидить. Мені потрібно війно, а не твоя там пасіка. Дядь, медвід на славіні. А що, будуть петлю рубіть? Буде! А ну скажи, где ж ты такую красивую каску достал? Те не зимою батька была. А дед Есейдов шага до немца был, да мне каску подарувал. Товарищ Наждив, да? Вас просит штаб по очень важному делу. Сейчас. Сейчас, ребята, сейчас. С Боженком несчастье. Что? Убит? Нет. Жену его провокаторы убили под пулей. Вот. Приготовиться к отъезду. Ах, ты бедняга. Воображаешь, что там делается? Старик плачет, бригада ревет, митингует. Подозрительные агитаторы. Да не курите, пожалуйста! Я ж не курю. Да как же не куришь, когда ты куришь? Это что? Ах, ты... Исаак! Ах! Да ну хватит уже тогда. Бедный Боженко, не дай бог. А? Батько! Геть хати! Геть хати! Хлопці! Матку вбили! У Києві матку розстріляли! А Києва! 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 Кривава річка потече з Києва! Правильно! Кривава річка потече з Києва! Василь Назарович, спокойтесь. Василь Назарович, бать, не треба плакати, спокойно. Миколо, матку вбили петлюровці. Чуєш, Миколо, і ти, Петро, ви чуєте? Іде у Києві! Куди ж твоє правительство дивиться? І що воно робить? Індивідуальна буржуазія допрашує, а вона ж знову призвалась.
Розумієте, хлопці, поїла бойців чаєм, ходила за пораненими, прала бійця в сорочки. Хто мою матку вбив? Тихо, хлопці! Тихо! Батько занедужав! Тихо, хлопці! Тихо! Тихо! Як ти думаєш, Микола, якщо я зніму позиції таращанців і почищу Київ, твої богунці не помішають? Я люблю тебя, батько, но если уж так, мои багунцы уничтожат твою бригаду, а я убью тебя тут же на месте и сам погибну, и хай тебе гибнет к чертовой матери все. Ты меня знаешь, батько. Главный командир знаменитой таращанской бригады «Батька Баженко», рабочий класс Украины и России вместе с правительством и партией выражают глубокое сочувствие в твоем личном горе. Рабочий класс верит, что революционные цели у тебя будут всегда торжествовать над личным и гордиться тобой. Трудящиеся, бедные крестьянство и рабочие ждут от тебя побед, и только побед. Помни, батька! Что наши имена уже вписаны в историю человечества золотыми буквами. Примишь от рабочих всего мира подарок на память вот этот золотой меч с надписью. Ох, и сука ты, сын Микола, и за что я тебя так люблю, я и сам не знаю. Ну хорошо, Василий Назарович. Ну вот, хорошо. Ходим до хлопцев. Бригада Смирна! Сыночки! Матку убили! Нікому вже нас ні чаєм напувати, ні сорочки прати, ні дірки латати. Що ж маємо робити, хлопці? Сироти ви мої сиромахи. Та й шнуру добивати, ось що! Командири, до мене! Олександр! Скільки верст до Стовкунового? 75! Щоб завтра з артилерією був там! Є! Коли візьмете Стовкунове, хлопці, і знестожите Петлюру, не забудьте сказати жителям. Граждане, великодушно ізвініться, що вынуждені були дати бой під городом. Чуєте? Чуєте! А якщо Петлюра втече в Польщу,
Так вы не стесняйтесь, а прямо... Прямо на кордоне станьте, и чтоб птица не пролетіла. А если пролетит птица, то бейте и птицу. А якщо буде пролітати птиця, то бийте й птицю. Получив депешу з Житомира от Щорса. Плохі діла. Людей мало побито. Казав я йому, давай бить на Венгрію одним кулаком. Ні. От тепер докрутився. На Київ Деникець суне. Там десь ото з Бахмача. А тут Петлюра. Постягав всю шатію і лізе в місті з польськими панами, графами, князями. Чи ти бачив таке? Савко, покажи, де ми. Так. А пани де? Так. А як би ти наступав, якби я тебе послав? Так, ще як? Так, ще я. Подай на гайку. Батько, на що вони та я на гайку? А на те, сукин ти син, щоб ти не показував трьох доріг, а одну та саму кращу. Пуговицю за степни не виглас. Наступати будеш так, прямо. Поняв? Так точно, поняв. На пополнення, Савочко, не надійся. Так що прояви побільше храбрості, класової ненависті. Чув? Ну от. Нема людей. А люди ж були, як корви, таращанці. Проторохкотіли по всій Україні. Тобі чо? Інспекція штабарні! Гори, чортові мати! Мені не інспекція потрібна, а люди! Мандат. Даю вам 10 минут. Слушаю. Що вам нужно? Нам нужно устроить смотр вашей таращанской бригады и, кроме того, выяснить количество трофеев. А, трофеев захотелось. Но предварительно разрешите несколько вопросов. Питайте. Вопрос, Иванович. Год рождения? Забыл. Да. Ваше образование? У дяка в университете. Это вы скажите. Я же вам сказал, у дяка. Ваше военное образование? Нияко. Необразованный. Простите. Но как же вы при отсутствии образования и военной подготовки можете служить в чине командира бригад? Служу для революции, а не для чина. Как бы поступил Микола? Проверить партийность. Будьте любезны, среди вас коммунисты есть? К сожалению, сейчас нет. Один коммунист при нас состоял, но я его направил к счету. Так, состоявка... И зараз нема. Ну, тогда сідайте. Сідайте, прошу вас, сідайте. Сідайте.
Кентесенс дерево. Мало я вас розстрілював, коли ви були в гетьмана. Що ти думаєш, що я тебе не помню? Помню. Уніжені. Забув? Коли ж ти встиг інспектором заділитися? Чи може це не ти? Позвольте! Не дозволю! Зараз іду в бой. А вас забирає рядовими. На дві неділі. От там ви побачите моє образування. І обще, і воєнне. Останетесь живими, поговоримо. Не останетесь, рапорт напишу в штаб армії. Мієте право! Погибли геройською смертю за революцію. Начнів! Здорово, комбриг. Как дела? Все в порядке? Ничего, поправляются. Прибыла таки помощь. Ну, марш за оружие! Это издевательство! Оставьте глупости! Не оставлю! Комбриг Пашенко, я вам приказываю! Слухаю, слухай. Все, что хочешь, слухаю. Все сделаю. Слухаю. Василь Назарович! У Байдичах появился польский полкулак! Что робить? Вырезать! Это гнусная партизанщина! И вы за это ответите! Товарищ Вурм, попросите всех выйти из вагона. Ну что, прав я был, когда бросил свой штаб и примчался сюда. У меня там тоже дела. Так вам не надо. Вы же не хотите брать культурных командиров? Хотя бы того же Барковского начальником штаба к Баженку. Вы снова? Да, и не только я. В штабе армии многие думают, что вся ваша дивизия пропитана партизанским духом. Так. Значит, дивизия, прошедшая всю Украину, от Унечи до австрийской границы, побившие немцев, гетмана Петлюру, дивизия, которая на пути своего продвижения создала органы советской власти, это партизанщина! Да! Хорошо. Я напишу об этом Ленину. Простите, но вы подчиняетесь Троцкому, а не Ленину. Да, но кроме Начдива я еще член партии. Я тоже член партии! Ой! Что? Не будешь гадить! Товарищ офицер! Товарищ начнив! Пусти, ты что? Товарищ начнив! Гитлер поймал! Что? Помещик! Я бывший каратель! Сколько он селян погубил? Ничего, может быть, ты ошибаешься, Шерстюк, пусти. Я не пущу, товарищ Татьев, не пущу. Я вот таким вот знаю. Товарищи! Товарищи! Нас продают! Товарищи! Нас продают! Товарищи! Нас продают! Да не продадут, цели будете. Сидай по вагонах. Отправляемся на фронт! Сидай по вагонам! Бувай здоров, Микола! Бувай здоров, старина! Береги хлопцев! Лыкай! Я вас больше не видел в расположении моей дивизии. Слышите? Вы! Машину! Есть машину! Марш! Нещадименко? Штаб, говори. Передаю трубку. Алло. Нещадименко? Чёрт, здоров. А?
Стой потом. Слушай, что? Спешно тяни сюда все, что есть, да. А? Да, можешь меня поздравить? Да. Можешь поздравить меня, говорю? Да. Паны полезли, да. Да ну жду, жду. А? Да? Слышно? Ничего, держись. Послал тебе срочное указание, да. Так, хорошо. Что? Почему отступаете? Не будет, нету. Штаб. Держись сам. Подожди. Да. Утром приеду. Что? Связь прервана. Жди у телефона. Поляки? Ну и очень хорошо. Да. Бей поляков в лоб. Исаак. А? Ты знаешь, что я думаю? Нет. Вот кончим войну, и весь дневной шар. А, засадим садами. Я знаю, я слыхал об этом. Что-то? Николай! Ничего. Через 2 часа все пойдет как по маслу. Да-да. Дай черняка. Есть. Скорей. Да-да. Черняк. Черняка. Черняк. Северин. Черт. Слушай, Северин. Прояви героизм. Да. Переправься через Горынь под хутором и ударь в тыл от станции на Бабичи. Что? Правильно понял. Молодец. И скорее. Да-да. Ну, бывай. Бывай, да. Что ты говоришь? Хорошо. Давай. Алло? День добрый, пану. Польский штаб. Мы их окружили в замке Вишневецкого. Вот меня Черняк и соединил. Командующий польской группой, вы окружены и разбиты. Будьте любезны, осторожнее выражайтесь. Кто говорит? Говорит Щерс. Встать! Вот вы и встали. Садитесь, пожалуйста. Говорят, в вашем замке есть картина, изображающая, как в 17 веке предатель и враг украинского народа, ренегат князь Ерема Вишневецкий, дрался с казацким полковником Багуном. Мы носим имя Багуна, и знаете ли, очень интересуемся живописью. Да. Так вот, не будете ли вы любезны... Что? Ах, через ваш труп. Представьте себе, что мы так и думали. Черняк! Северин! Давай, дорогой!
прощай, Россия! И Украину, прощевайте. Великодушно извините, что помираем не на поле брани, а на плечах у хлопцев. Миколай! Миколай! Як умру, то поховайте мене коло Пушкина. Кажуть, великий поет був, коло його пам'ятника уже помер на бульварі. Чуєте? Чуємо. Заспіваєте над могилою заповіт Шевченка. Теж великий поет був. Слухайте Миколу Щорста, він згуртує вас. І тоді ви вдарите по ворогу страшним ударом на всю Європу. А мене білі вирвуть з могили і кинуть моє тіло собакам. А народ це буде бачити і ще дужче їх ненавидіти. Я їм буду мстить за гроба хлопці! Батько, прими нашу любовь и дружбу на вечные времена. Прощаем и мы тебе нагайку-дротянку и крепкое слово.
Плохо ты знал карту, но чуял и бил врага как надо. Прощай, комбриг. Мы спешим. Вспомним о тебе через 20 лет. Извини великодушно, что отменяю салют. Салют мы пустим! В голову Петлюре! По коням! По коням! Идай! Почему отступаете на корсе? Почему отступаю? А подступаю почему? Да. А я уже по прямому проводу ответил командующему. Позвольте, вот приказ командования отступать на Киев через Коростышев по шоссе. Приказ не догма. Меняются обстоятельства, меняются решения. Я не понимаю этих решений. А не понимаете, так молчите. Отступать на Киев? Вы хотите, чтобы Деникин с Бахмуча, Петлюра, скоро себе зажали нашу армию и раздавили? Это еще не доказано. Вот мы не хотим, чтобы это было доказано. Мы движемся на Коростень и не давим Петлюру. А если не удастся, что тоже возможно. На войне все возможно. Особенно при усталости бойцов. И нежелании Троцкого считаться с нуждами нашего фронта. Подкрепление ведь не прислано. Тогда у нас есть единственный путь. Временного отступления в Россию через Лотарь. Или получение помощи из России. Это прямое неподчинение партии. Не вам мне об этом говорить. Партии я подчиняюсь, но не желаю подчиняться генералам, которые почему-то приказу уже успели облюбить штаб армии. Черт возьми, телеграфируй. Войска боссы истощены. Только свежие части могут спасти положение, отвечают. У вас есть резервы, пошлите в бой школу красных командиров. Вы понимаете? А почему бы не послать? Замолчите вы, военнослужащий. Школу красных командиров я на погибель не пущу. Я потеряю дивизию, но сохраню командиров. И у меня будет дивизия. Корпус! Армия! Никто не отнимет. Все!